Почти вековой дом заметно накренился на бок. Это видно даже невооруженным глазом. Надежда Гусева показывает подпорку, которая держит второй этаж. Попасть на первый с каждым днем становится все труднее. Дверь застревает в проеме из-за крена. Там вход свободный, но нынче уже вот просто трещит, уже страшно. Уже страшно просто. Я боюсь, что будут жертвы. Полностью покосился, держится буквально вот этот столб вот здесь. Вот, вот можете посмотреть, там буквально вот на таком 2 сантиметра держит всего его. Вот. И он сейчас вот пойдут и снова дожди, и все рухнет. У меня две внучки маленькие. И попробую объяснить ребенку, что не надо выходить лишний раз. В этом доме Надежда Геннадьевна живет уже 26 лет. Здесь никогда не делали капитального ремонта, уверяет женщина. А счета за содержание и ремонт приходят регулярно. 9 рублей с квадратного метра, в месяц 381 рубль. Была у нас управляющая компания «Волна». Сказали, а что мы будем вам делать? Вас сносить надо. Нет, сейчас у нас управляющей компании, от нас все отказались. В прошлом году дом признали аварийным, но что будет со зданием, жильцам не объяснили. На днях квартиры осмотрели специалисты городской администрации. Жильцы ждут решения комиссии. Юлия Король, Андрей Глазырин, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45».